Спустя три тура Белшина возвращается на родной стадион «Спартак» с хорошим настроением. Накануне бобручане оказались сильнее в областном дерби. Со счетом 2-1 обыграли могилевский «Днепр». Сегодня в соперниках «Слуним» 2017. Начало первого тайма вселяет надежду в благоприятный исход матча. Уже на 9-й минуте Герман Барковский точным ударом выводит красно-черных вперед. Поймав кураж, шинники плотно наседают на ворота гостей. Напор приносит свои плоды. В середине тайма защитник Слонима не по правилам останавливает игрока Белшина. Судья указывает на 11-метровую отметку. Сергей Русак увеличивает преимущество хозяев поля 2-0. Вышли. Главное, с первых минут сконцентрирован. Каждый думал только о победе. У нас, надеюсь, хорошая пойдет сейчас. Серия игр. С Днепром хорошо, удачно сыграли. Где-то не дожали Нафтан, я считаю. Возможно, сегодня удача сразу же пошла на нашу сторону. Надеюсь, так дальше и будет. До перерыва болельщики видят еще одно взятие ворот Слонима. После передачи Исаева мяч в дальний угол посылает Илья Васильев. После перерыва давит уже Слоним, благо Харитонович на чеку, но сухими ему остаться не удается. Роман Козел отквитал для гостей один мяч. Как оказалось, это итоговый счет 3-1. Белшина продолжает свое восхождение в турнирной таблице. Два разных тайма. Слава богу, что в первом тайме решили, можно сказать так, задачу. Но второй тайм, конечно, в нашем исполнении был не очень хороший. Поэтому тут, конечно, нам еще надо учиться в таких играх играть и доводить игры не до инфарктного состояния, конечно, а до победы. Это, чтобы это было видно, что эта команда два тайма держит темп. Где-то одна потеря, вторая. Немножко не хватает нам вот этого вот сыгранности команды где-то поддержать, наверное. Но я думаю, что посидим, обсудим, тренерский штаб скажет, что не получилось, почему так сложилось. Главное, выиграли 3 очка, добыли. Следующий матч подопечные Виталия Павлова проведут на выезде. Сыграем с одним из лидеров чемпионата на данный момент – Крумкачами. Что про сегодняшний матч, то для Белшина это вторая победа к ряду. В целом, на сезон у команды одна единственная задача – выход в высшую лигу. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.